Привет, с вами Квантум. И сегодня новый Among Us. Сегодня с нами играет шериф. Правила игры остаются прежними. В игре присутствуют два предателя. Их цель — убить всех. Цель обычных игроков — понять, кто предатель. Ну а шериф же, в свою очередь, может убивать любого. Но если шериф убьет мирного игрока, тогда он сам погибнет. Смотри, что из этого получится, ну а мы будем начинать. И захочешь больше этого режима, напиши об этом в комментариях. Не забудь про лайк и подписку. Мы начинаем. Ну что, добро пожаловать, это Among Us, и это новый режим, режим шерифа, и офигеть, я шериф, я полицейский. Если я подозреваю кого-то, я могу убить. Ну смотри, я подозреваю, что это вреднуля, что вреднуля предатель, я могу ее убить. И мне за это ничего не будет, потому что я шериф, мне пофигу тупо. Я хожу, я тут закон, я что хочу, то и делаю. Хочу убить кого-то, убиваю. Правда, если я убью невинного, я сам погибну. Вот в чем проблема, нужно поаккуратнее с... Дебил, что ли? В принципе, это голосовой чат. Это новый режим. Блин, вырубили свет, темно и страшно. Найти бы кого-нибудь. Что происходит? У нас есть один шериф. Цель шерифа — найти предателя и убить его. Если шериф убивает не предателя, то... Убили Хаудон! Ой, Би пришел. Би, ты откуда пришел? Я света ремонтировать не успел. Ты слева пришел? А мы слева были, ты не мог прийти оттуда. Я за скип проголосовал. И по итогу скипнули. Я тупость, я пришел слева, я же говорю. Саня, у нас есть шериф, я напоминаю, что у нас есть шериф. Если шериф кого-то подозревает, он может убить человека, да. Но если шериф убьет мирно, то тогда шериф погибнет сам. Пойдемте свет чинить, пойдемте свет чинить. Какой свет? Страшно, капец вообще. Стейк, это ты убил его, да? Пацаны, где алё? Стейк, давайте я поджарю стейк. Короче, кстати, слышно вас классно. Да вообще слышно, вообще за 100 километров. А вдруг это ты? Идем, идем со мной. Пойдем. Ненавижу эти провода ремонтировать. Блин, один, два, три. Собака разбушевалась опять. У меня кольцевое движение. А я не могу ничего сделать. Какое типа? Движение у тебя? Кольцевое, вот тут эти всякие. А, когда нужно указывать? Да, помню. Да, они как раз это все неправильно. Кто шериф? Ты шериф? Нет, это не я, я лох. Такой определился за себя. Какой самокритичный. Вообще, просто самокритика на уровне. Я пойду построю здесь трупы. Нет, трупов здесь нет, все чисто, все чинно, благородно и великолепно. Слушай, на самом деле я слышу вообще люди в администрации. Алло, там есть кто-нибудь? Карточка влево-право! Просто вы в администрации, я стою возле управления кораблем, я слышу вас. Охренеть, стены из гипсокартона, что ли? Это Би! Это Би! Это Би! Я видел Би на камерах! Это Би! Кстати, Антон, блядь, блядь! Я разговаривал с ними через стену! Только камеры включаются и все. Но в прошлый раз это сделал не я, если что. А где убили дизайн? Подожди. В это был Би. Около карточки. Это стейк, он такой вкусный, мясной, кровавый. Я с ними ору, говорю, пацаны, вас через стену слышно, стены гипсокартоновые, и все, блин. И все, и одного из нас больше не слышно. Так, смотрите, ребят, но... Так, Биська, пока. Мне кажется, это стейк. Я, если что, кто меня разговаривал. Мне кажется, что это стейк. Кто шериф, бахни стейка, шериф, бахни стейка, давай посмотрим, как это выглядит. Бейте стейка, шериф. Я и есть шериф. Кого с нами нет, тут и предатель. Нажмите на кнопку. Стоп, шериф, давай. Стейк, Кратос бустер. Нажмите на кнопку. Тот, кого с нами нет, тут и предатель. Не, просто стейк. Бахни, бахни стейк того. Пойдем найдем того, кого нет, ты его бахни. Посмотри, как там выглядит. Пойдем. 20 секунд осталось. Давайте бахнем. Чисто, давай без вопросов. Не говоря, чисто как бригада. Идем мы тихо, не разговариваем. Ищем, пацанов. Да иди сюда же. Не, вот все вот сюда, вот сюда. Да пойдем найдем, посмотрим, где он есть. Пойдем, мистер шериф, пойдем. Ну, будьте 100%. Не, пойдем по датчикам, посмотрим, где они, и найдем его и просто. Давай. Это будет просто. Электричество. В электричестве пойдем. Главное, чтобы не свалился. А, подожди, там кто-то оказался сверху, смотри. Подожди, да чего? Пройти мог, пойдем в электричество. Пойдем в электричество. Мистер шериф, скорее, да блин. Быстрее. Да, куда? Бежим. А кто там, вредное осталось, получается? А нас что-то кинул, нас же... А куда это Кратос? Кратос был здесь. Кратос был здесь, он в электричество заходил. Походу, это Кратос. Мистер шериф, ты знаешь, что нужно... Давай. Мистер шериф, стоп. Ой, блядь, ты его реально подговорил меня бахнуть. Я говорил, что ты был в электричестве, мистер шериф, блин. Это не вредно, вредно выполняет задание. Это либо квантов, либо бустер. Это не я, блин. Я в камерах спалил Би. А я проголосовал за Би. Пойдем. А ты куда скрыто? Это труп есть здесь, можешь бежать. Ля, он летит, у меня прям слева ухо вправо, он перемещает.
Да пошел в жопу. Ну что, мы теперь решили поиграть без голоса. Это нас, это наш местный шериф. Видишь, как все трутся об него. Потому что все думают, что он защитит всех. У нас есть два предателя. И это хорошо. Или, ах ты, карата, жучка долбаная. Свет вырубил. Ах ты, гад такой, гадкий, а. Гаденький, сейчас убьет там кого-то. Надо наказать его, убить его. Пойду шерифу все расскажу. А хотя, как я расскажу, голосового чата-то нет. Свет я починил. Все, я молодец. Я чинил свет. Я чинил свет. Бустер и стейк. Пошли вы нафиг. Что ты стоишь здесь, а? Ты что-то хочешь мне сказать? Ты мне что хочешь сказать? А, ты не можешь, потому что голоса нет. Конечно, извини, но там вот и стоит. Пойду я вообще нафиг. Он там би побежал. Просто олень. Хелдор тут ходит. Все живы-здоровы пока что. А где вообще наш мент? Некрасовский коп. Оп. Не, вообще, где ты есть? Иди сюда. Нашего копа убили, походу. Ё-моё, надо скорее идти выяснять, что случилось. Где он вообще? Потому что я его давно не видел. Это небезопасно. Кекас починил саботаж. Может быть, ему есть смысл верить? Может быть, он не такой плохой? Ну, я привык с голосовым чатом, что мне все отвечают, а он не отвечает мне. Вообще, расстройство какое-то. Напиши в комментариях, как тебе интересно, с голосовым чатом или без, потому что этот ролик, видишь, это прям солянка, где есть разные режимы, есть моды разные голосовые, вообще прям весело, прекрасно все. Все, отстрелял я астероиды, все хорошо, все живы. Нажму на кнопку. Офигеть! Я случайно... Чё? Я, короче, был шерифом, так. Я канистру хотел наполнить, и случайно килл нажал, и вреднули, убил, а я шерифом. И она, так она оказалась она предателем. Она предателем была? Она предателем была? Ты на шару убил предателя? Так я канистру заправил, конечно. А мы слишком долго ходим, я думаю, что это сейчас случилось. Короче, бустер сейчас бежал ко мне со всех ног. Это не Хелдор, это не Кратос и это не я. Это скорее всего бустер. Это скорее всего бустер. Это не я. Странно себя. Стоп, бустер, что ты делал последний? Ты постоянно ходишь и оглядываешься как-то и притормаживаешь. Это нетипично, поэтому от тебя. Бустер тоже мне не нравится. Бустер. А это все, это не провокационный вопрос. Потому что пальцы должны говорить хуй. Не смотрел. Почему я кинул? Ну потому что ты предатель. Почему? Либо ты, либо Стейк. Другие группы. Обычно я могу рассказать. Дизайн, не он, убей Стейка. Убей Стейка. Не. О, победа! Убей Стейка, ё-моё. Дизайн, ты хорош, конечно. Ну что, я снова предатель, у меня снова появился шанс. Так, что здесь есть? Здесь ничего нет, здесь есть только карта. Понятно, все стоят, выполняют задания, ого. Убивать я никого сейчас не собираюсь, потому что если я убью сейчас кого-то, это будет плохо. Максимум, что я могу делать, это дергать рычажки. Все, Кратос бегает с вреднулей. Надо как-то Кратоса разделить, и все будет хорошо. Пока не разделю Кратоса от кого-то, посмотри, он стоит гадкий. Он же меня сейчас будет убивать. Нужно убить Кратоса в первую очередь. Гадкий Кратос, просто шериф. Ходит с вреднулей. Нужно, чтобы он со мной ходил, и все будет замечательно. Постою-ка я на камерах, посмотрю, что происходит. Он бустер пробежал. Кратос бегает с вреднулей, и он чувствует в ней безопасность. Это плохо. Кого-то сейчас нужно гокнуть. Кого будем гокать? Стейк минус. Кратоса убили, красавчики! Где? Сволочи, они убили Кратоса! А вреднули ходил с Кратосом. Объясняю, где? Я ходила с Кратосом возле меда, мы разминулись, Дизари, ты видел, Дизари вошел в мед, да, Кратос ушел, я не могла его найти, нашла в проходике коллекцию. Дизари, ты подтверждаешь? Меня по камерам видели, что я видел. Кто-то на камерах был, должен был видеть, что Кратос ушел раньше меня, и по двум камерам. Кто сидел на камерах? Стоп, ребят, кто сидел на камерах? Я сидел на камерах. А, бустер, Дизари... Ты либо подтверждаешь, либо я голосую. Я не видел промедсек, но я знаю, что вреднули и Кратос были очень далеко друг от друга. Вот, это я видел на камерах. Они были не вплотную. Ну, а за кого? На плане... А меня на что вы чернёте? У нас критика сейчас, что вы скипаете? У нас съели полицая нашего, у нас два предателя сейчас. Два предателя, они сейчас делают дабл килл у меня. Комменты съели, надо, короче, кнопку нажмите. А полицай не мог убить предателя? Да как полицай? Я могу купить, если заходил внутрь? Так, ребят, мутьтесь, пожалуйста, молодые, давайте, кто там не... Свет сделайте мне. А чё, свет никто ремонтировать не будет сегодня? Ну все, я в лице вреднули уже как бы не предатель. Хотя можно убить ее сейчас. Зачем нажимать на эту кнопку? Не-н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 е. У меня
Ты чё так пугаешь, блин? У меня подозрение на бустера, потому что мы начали чинить свет, он нажимает на... Ну, он просто рандомный... Вреднуля, а почему ты кидалась на меня, Вреднуля? Подожди, дайте вопрос, Вреднуля, почему ты кидалась на меня? Я не кидалась, я отходила от тебя, дурак. Чтобы ты меня не убил, чтобы нажать кнопку. Я же нажала. Я чканул нафиг. Полностью стоял на камерах. Дайте я сейчас объясню. Смотри, Хелдор, почему я тебе мешал? Потому что КД на круг есть, и если бы мы кто закончили... Кто видел Дизари в прошлой катке, вопрос? Да, да, кстати, меня видел Бустер, я же зачем вы с пункта. Бустер, ты Дизари видел? Я не видел, пропустить его. Это Дизари, он говорит, что Кратос видел. Он говорит, его видел Кратос. Я сказал, что его видел Кратос. И вреднули меня видел. Это Дизари. Задание в носе корабля. Это Дизари! Да какой? Два предателя за меня поголосовали. Холдора голосовала, но я красная. За что? За что? Я тебя спрашиваю, что ты делаешь в конце раунда? Ты мне называешь весь раунд свой, зачем? Ну, я тебе говорю, в смысле, чтобы ты знала последовательно. Мьютимся. Жесть какая-то. Убили копа, я понял, с кнопками фигня какая-то происходит. Кнопки не вариант юзать, и нужно сейчас, убивать кого-то. Нужно действовать. Иначе это будет фигня тотальная. Сейчас мы вырубим свет и просто разберем кого-то. И все, я уже готов. Вырубать свет, что есть. 7 секунд. Вырубаем свет и ждем, пока сюда кто-то придет. Нет! Не чини свет, бляха-муха. Буду сидеть вентиляцией, пока его труп не найдут нафиг. Иначе с вентиляции вылазить банально опасно. Абсолютно. Я хоть здесь могу поговорить. А нас бустер убили. Это был бустер, да, Сань? Ну, я думал то, что бустер, потому что начал мне свет чинить. Я думаю, это не Дизари. Дай я объясню свою точку зрения, почему это Дизари. Не орите, я говорю, почему это Дизари. Потому что он говорит, я видел Кратоса, и Кратоса потом не стало, нашли его труп. Я думаю, что это Дизари. Так я видел Кратоса, свреднули, они вдвоем выходили. И никто не может тебе алиби предоставить нормального. Вреднули меня видел. Дайте сказать. А почему ты вначале говорил Вреднули, что это Дизари? Прежде чем... Я сказал, что он увидел меня, я в ходу. Стойте, ребята. Я закинул Дизари уже. Зачем ты нажала кнопку? Мы сейчас не знаем, где... Нужно правильно нажимать кнопку, ребята, лобы, чё у нас? Double kill, всё, бив 100% красный. Я красный, потому что меня окраснел. Всё, мы проиграли. Поздравляю, Холдор, с победой. Меня никто не слушает из раза в раз. Ты сколько раз я должна сказать? Я за Дизари топил вообще-то. Я тут тоже так на руку. Я и Квантум. Кто проголосовал третий? Победа. Дайте мне шерифа, пожалуйста, хочу шерифом поиграть. Я чё тут вообще просто беспомощный инженер, не нужно никому. Бесполезный нафиг, подвиньтесь, я хочу. Да уйди, бустер, я хочу сканироваться, я расстроил. Значит, это не бустер. Бустера мы выкидываем из списка подозреваемых. Хелдор у нас вообще шериф. Он не может быть по факту предателем. Может быть Би, которого типа карту выполняет, на самом деле ждет, пока я приду, и чтобы убить меня. Вот так вот, молодец, все хорошо. Где Зари стоит? Чё ты стоишь здесь? Совсем у тапок. А где Хелдор ходит? Сейчас завалит, надо ходить с ним. Что это, свет выключили? Нет, свет не выключали, все хорошо. А где, интересно, Хелдор? Он шериф, нужно держаться поближе к нему. Нифига, что за охрана, сисурите, да? Даня, как это ты меня мог? Так зазывали, что Я не убивал его! Это мы он были меня охраной. Убил! Он меня убил! Этот дурак меня убил! Он был шерифом! Нет. Он думал, что я предатель! Он меня убил и сам сдох! Нет, стоп! Квантум не... Квантум камеры горели! Нет, Квантум не... Кого я в привычку ставил? Этот дурак убил меня! Шериф, дурак! Заберите у него лицензию! Он мог мискликнуть! Мне кажется, это Даня. Это не я! Мы стояли сколько времени... Антон, это Вреднуля! Она топит за меня! Антон, ты понимаешь, там же камера горела! Там это Вреднуля, Антон, это Вреднуля, она выжидала. Он выключился. Это не Вреднуля. Нет, Хелдор тупанул. Ребята, не кричите, дайте я скажу. Критика в любом случае. Я лучше скажу, потому что ты выполнял задание. Если бы Кванду бы убил, он бы телепортировался бы в колбаску Хелдора. Этого не произошло. Соответственно, Хелдор просто протупил, и это не Квантум. Убил меня! Выкуси, я не предатель. Хорошо, что не предателем был. Вот так. Кусай, красный. А вот Вреднуля... Сука, ты убил меня!
меня? Я стояла, сколько охраняла его, я отходила, чтобы меня никто не убил, чтобы дабла килла не было. Я думаю, что это вреднули, до последнего буду думать, что вреднули вытапливала за меня. Я тебе чё, блин, тут кукуруза, что ли? Вообще какого фига? Вот Кратосу верю, Кратос затопил за меня, он чистый. Бустер Кратос чистый. Вот нормальные пацаны просто, вот есть же нормальные пацаны, не то, что это вот вреднули, а ходит, короче. Маневры какие-то совершает на меня. Кого мы разрулили? Халдор сам себя завалил, блин, баклажан, шериф, он не до шериф. У нас два предателя по-прежнему. 2 секунды. Чё нафиг? Алло? Что? Запрос на собрание? Алло, чё за... Чё за бред? Алло, нафиг? Кнопка не работает. В смысле, запрос создан. Алло, как... Кнопку нажмите! Пойду искать трупы. Кнопка не работает. Я офигею просто. Ладно, пойду выполнять задание. Ну, это не Кратос, это не Бустер. Остается кто? Стая, так вреднуля. И еще 2 человека. Би и еще кто-то. Кто там еще есть? В смысле не репортится? Алло. Ну это Би и Стая, так... В смысле не репортятся? Да пошли вы в жопу, это Бустер и Стая, так... Они убили Кратоса, я не могу кнопку нажать. А меня просто кикнули из сервера, просто... У меня сервер закрыл. Я кнопку говорю. Нажать не мог, я хотел выгнать Би. Я тоже, я жал саботаж. У меня кнопка не работала, говорит, ожидайте. Кого нафиг ожидать?